Садулаев Абдул-Рашид Булатович, чемпион игр Олимпиады по вольной борьбе. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые присутствующие. В первую очередь хотелось бы поздравить всех спортсменов с успешным выступлением на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. И хотелось бы поблагодарить тех людей, без которых, может, и не было бы этой медали. Это руководство спортивной борьбы России во главе с Михаилом Гизлевичем Мамиашвили, всему тренерскому штабу в лице Джамбулата Ильича Тедеева и моих личных тренеров Шамиля Амарова и Магомеда Магомедова. И особую благодарность хотел бы выразить вам, Владимир Владимирович, за то внимание и за ту поддержку, которую вы оказываете.